Ну что ж, уважаемые, для тех, кто смотрит в записи, начинается марафончик небольшой после таких размеренных Pillars of Eternity, размеренных Tyranny. Настало время Дума. Дум... А, с вами Михаил, он же Майкер. Дум будем играть на максимальном уровне сложности. И у нас есть некий лимит, если посмотреть в правый верхний угол. На всю игру нужно умереть не больше 100 раз. Есть соответствующий спор /мотиватор в виде 1000 баксов. Спор с Некспертом. Фомбичу спасибо за такое, со сталкер он поделился оформлением для вебки. Ну, а мы с вами поехали. Новая ячейка, начать кампанию ультражестокость. Не, ну я в шутеры играл в детстве. В Куаку во вторую, в третью Куаку, в Дикнюке играл. Ну так, на клубном уровне. Вечно шествуешь ты по царству теней, сражаясь со злом, когда... Ой, тут тирания началось. Когда другие замирают от страха. Да не будет утолена твоя жажда воздаяния, да не высохнет кровь на твоем мече, и да не испытаем мы больше нужды в тебе. Скрижали Каракса. 7.17. Рановато! Они сама ярость. Жестокие, бесстрашные, неудержимые, беспощадные. Но ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь. А как поставить максимальный? Там заблокированы были максимальные. Мне нужно 6, кажется, миссий пройти, чтобы открылся самый-самый максимальный. Алло. Что там репостишь ты, Смайл? Погоди. Вроде 5 уровень сложности, со старта прям недоступен. Здравствуйте. Ну что, у нас тут хоф нестандартный, привыкайте, 120-очка вместо 90. Ну чего, подходите, гады, подходите, давайте. Подошли. Пистолетик. Хорошо. Музыка в игре великолепная, очень драйвовая игрушка, на самом деле. А, кошмар... Стоп, давайте параметры. Игра. Вайтек активировал премиум на ваш канал. Я не могу после этого сделать. Придется заново начинать, да? Ну, ладно, давай, хорошо. Вы же выдержите? Нет, раньше. Новая ячейка. Начать кампанию. Залочено. А, или кошмар, вот это вот. Что битва на грани выживания, да и единственная ошибка отделяет вас от жуткой смерти. Обучающих подсказок нет, блин. Блин, а как я без подсказок? Ну ладно, поехали. Твою ж дивизию. Обучающих подсказок нет. Ладно, вы подсказывать будете. Они сама ярость. Без чатика еще она говорит, Беспо. Ну выходи из чатика, БСП, раз без чатика. Беспощадные. ты будешь еще хуже. Рви их в клочья. Я уже от настроек очкую, говорит Амбал. Амбал, ты с таким никнеймом и очкуешь? Какой-то ты трусливый Амбал. Так, дежавюшечка. Звук погромче из игры? Да вы ж издеваетесь. Мы проверяли все уже. Ладно, сделал погромче. Психи ненормальные. Так, давайте смотрим на урон. Что можно, что нельзя. Не буду я подставляться под руку этого упыря. А у него рук нет. Как он мог меня вообще задемеджить? Ребят, пистолет покажи. Нет? Нет. А, это типа подсказки нет, он даже на пистолет не смотрит. Нифига себе. Так, ребят, 100 смертей. Сразу начали с 4-го. Предпоследнего. Давай. Открываем.
Патроны бесконечны? Патроны бесконечные на пистолете только. Костюмчик. Диабло. Ищ. Так, у меня тут еще были советы относительно того, что не стоит торопиться, в плане того, что нужно искать, стараться секретки, апгрейды для оружия, для прочего. Поэтому я буду внимательно осматриваться по возможности. Можно историю? Историю? В Думе? Очень интересно. Так, сканирование, узел 1, 2, 3, ошибка. Определить причину демонического вторжения невозможно. Как у нас на ГГ. Связь со спутником Распресс не будет восстановлена. Демонические вторжения, непонятные ошибки. Что? Здравствуйте. Здрасте. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Ой. Как-то. Ладно, хорошо. Так, 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 так. Что у нас? Что я хотел? Я хотел внимательно осматриваться. Помню добивать на F-очку. Но все равно какие-то подсказки. О, прикольно. Получена запись, ребята. Одержимый. Одержимых создает. Воздействие волн лазера. Этот феномен был открыт доктором Оливье. Кажется, помощнее этот выстрел, реально. Альтернативный с пистоля. О, здравствуйте. Дробовичок. Достигнута контрольная полочка, точка. Так, дробовичок, что... Ой, какая-то карта еще. Да как... Цик, шоп. Шоп, оп. Во. Дробовик. Дробовик эффективно на средней и ближней дистанции, может применяться в самых разных боевых ситуациях. Опачки. Вот это улучшение, собственно, армора. Это информация, судя по всему. Пистоль. Эффективные заряды, быстрое восстановление, легкий вес. Нет, ему пока мне нечего тратить, поэтому работаем. Сделай себя погромче. Ну, слушайте, просили игру погромче сделать, вы достали. Нормально отстроили все, но нет. Вот надо было... Не надо вас слушать. Все, мы отстроили до начала, все хорошо. Сделал потише, в общем, я игру. Как оно и было в самом начале. Себя погромче, игру погромче, себя потише, игру потише. Не определяются люди. Так, бочки взрываются. Все, норм, дави. А поздно, я уже вернул назад. Так, экшен пошел, ребят, помним про... Осматриваемся внимательно. Периодически добиваем. Ну как, периодически, постоянно стараемся добить. А он шустрый такой, капец. Ой, там еще. Эй! 20 руки отнимает. Терпимо вполне. Воу-воу-воу! О! Схренали! А что это было-то? Почему взорвалось-то? Сразу половина хп. Так, ребята, я ретричусь. Воу! Офигеть! Как-то по 50 хп, это не прикольно терять. Там еще двое справа. Да и ты попадай-то, алло. А, вот он накапливает, типа, накапливает. И это оно как раз. Вижу цель. Добро. Нет, патроны кончились. Воу! Капец, я попал. 35 хп. Я видел хпшечку снизу.
И этот еще упырь. Тут была хилка, кажется. Вот, вот это вот, вот это оно. То есть он заряжается и... Да стой ты, скотина! Здравствуй. Вижу. Иду. Слушайте, легкая игра. Паузу не забывай, да, паузу. Тактическую паузу поставить, чтобы успеть разобраться с происходящим. Ну ладно, хорошо, что тут у нас. Патрончики взяли, взяли. Осмотрели вроде, осмотрели. КПшечку взяли, немножко, да. Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Покинуть, разрушить. Ладно, едем. Да, на премию Full HD 60 FPS. Как бы, дай бог, чтобы вам интернет позволил смотреть это все дело. Ну и браузер, что ли, вообще. Мы интересовались этим миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля. Но, уверяю вас, у нас были веские причины. С перезарядкой будет момент. В ритме таком. Еще разок заценим. В начале следующей миссии. Еще колоночки тут. Класс. Ах! Добро. Добро. Найти вход в центр каких-то там ресурсов. Так, у нас есть карта, да, еще? Ага, карта есть. Понятно. Давайте потихонечку осматриваться. Так, высоко. Интересно, здесь можно разбиться или нет? Тут не высоко. Не, нормально все. Я постараюсь внимательно осматриваться, чтобы не пропустить всякие... И армор, собственно, и всякие апы по возможности. Сюда можно, например, зайти? Скорее всего, нет. Запрыгивай, запрыгивай, Михаил! Ленивая жопа. Так, пистолет так, этот два, да? Альтернативного выстрела нет у этого. Чоп! Я же мимо прошел, алло! Минус 34 хита просто на ровном месте. Ребята... Ребята, это ад какой-то. Просто ад. Подгорел. Ой, ну куда ты? Я думал, там лут. Думал, там патроны, армор. О. Он наверху что-то есть, смотрите. А так, арморочка внизу. Ходят зомбари такие печальные. Твою ж дивизию, а. Пиу! Как выжил-то? Не выжил. Пиу! Извините. Все, всех убил. Так, тут сразу армор. Либо хпшечку еще. А вон еще один ходит. Блин. Блин, как мне не хочется спускаться. Причем я знаю, что если я спущусь, начнется экшен. Потому что назад дороги нет. Ладно, с богом. Так, да, пошло. Раз, вижу хпшечку. А! С почином! Прилетело на где-то на 65, понимаете? Где-то вот ваншот просто прилетел. И я не понял, от кого. Ну, я видел там второго, но вроде как он ничего... А он... Капец.
First Blood, это жесть. То есть я, да, я там подгорел немножко, да. Но сейчас я не подгорю, во-первых, учитывая то, что у меня... Теперь я не пойду в огонь просто, понимаете? Не пойду я туда. Я буду умнее, я буду мудрее. Все, я арморчика немножко, и то, и все, все, я готов. Оп! Ну, я понимаю, что это лемминги, но мне проще будет, если никто вообще мешать не будет на старте. И надо смотреть на бочки обязательно, потому что они ваншотаются. Он еще один справа наверху, смотрите. Капец. Поехали. А, вон он. Он летит, а потом взрывается, сделаем. А ты... Они такие шустрые, как обезьянки. Надо запомнить, когда он... Увидеть по анимации, когда он делает свою хрень. По мне попали, кстати. О, вот она! Блин, нашу же дивизию. Да ну нафиг, тут повсюду враги. Я же не ш... Можно на паузу поставить? О, на... Бочка, бочка! Алло! Еще минус один. Ой, еще один. Окей, добро. А ты же выжил, как? Выжил-то, ёшкин... Работаем, работаем, ребята! Кто там работает по мне? Я не... Да как ты видишь-то? Внимательно. И этот встал и заряжает. Вот она, да. Короче, заряжает он. Что там? Приветствую, смотрю запись второго Варкрафта. Парагоны, спасибо за встание настроение, бобер спа... Ой! Короче, нельзя читать, ничего нельзя читать. Минус 50 хп. Мало боеприпасов еще. Не, надо сейчас хотя бы до соточки догнаться. Да, конечно. Хотя 6 боеприпасов, чего мало-то, на одного хватит. А он еще боеприпасы вижу. Хорошо. Новые появились. Когда вы закончитесь, ребят? Вижу, идет. Блин. Надо менять тактику. Нельзя выходить на такого товарища. Если вот он при... Я подхожу, в общем, с дробашом. И... Он успевает мне там в каком-то... В какой-то ситуации 60 хп снять. 60, Карл, 60! Надо либо ждать его действия на приемлемой дистанции, либо не сокращать так аркадно. Ну, я мог не подходить к нему, на самом деле. Мог. Просто отступить, подхиляться и... И спокойно его издалека расстрелять. Но я подумал, что прошлых-то я так убивал. Жесть, просто ваншот тебе прилетает и все. Если хп не полные. Там было еще два человека, как минимум. Вижу одного. Главное, их там достаточно прилично. В принципе, потом появляются. Нужна тут на халяву, ты не пройдешь. Нужна им импров... Ну, то есть надо как-то общие принципы соблюдать. Что можно делать, что нельзя. Вот он! Опять.
Не, надо с открытой местности, видимо, уходить. Потому что там значительно проще контролировать ситуацию. Ну взорвись там уже, я вижу. С открытой местности убегай, Вась. Сам же сказал. Вижу. Ой, там их трое. И еще сверху стреляет один. Нет, это уже не очень хорошо. Не запрыгнуть. Хилка пока не нужна, соточка. Да блин! Опять рисковал. Уходим. Уходим, ребят. Еще один справа. Да вашу жмить. Вижу. Ой, я, кажется, неуязвимый, когда начинаю это добивать. Кажется. Я правильно понимаю. Как такой шустрый он. Я видел, что можно добить, но... боялся. Откуда? Вижу. Блин, с дробаша на такой дистанции работать, это такое... такое занятие не очень. Новые появились. Такой экшен, блин. Даже сейчас экшен отличный, потому что, несмотря на то, что я пока еще пытаюсь понять, как работать. Ой! Да ты попадай-то, Вася, блин! Ну это же шутер, блин, шутер! Целиться надо! Алеша! Ой, откуда? Не вижу. А, ну конечно. На-на! Сверху стреляют. А, достигнута контрольная. Фух, прошли. Две смерти. Две смерти просто. Две смерти. Ой, смотрись, может, здесь что можно... что можно найти. Запрыгнуть куда-нибудь можно. Сверху было бы виднее, конечно. Но отсюда, скорее всего, надо какой-нибудь... Чем мне вот сюда, судя по всему. Для начала патрончики, но это мелочь. Может, на этих есть что? Я там вроде пусто. Да. Окей. Две смерти на первой локации первого уровня, это считай бучалка. Да я понял. Так, найти ключ доступа, да? Доступ синий. Я видел, что там можно запрыгнуть. Да. Такая грязь. Надо внимательнее смотреть на этим, на то, как... на то, как они вообще, какие противники, что они делают и что с ними, соответственно, можно делать. Коллекционные предметы. На каждой карте есть две коллекционные фигурки морпеха. Каждая найденная фигурка открывает модель, которую можно посмотреть из меню «Коллекционный предмет». Пробуйте найти их все. Это, кажется, меня не интересует, учитывая то, что это не баф совсем. Так, ладно, блин. Ладно. Где же ключ? Алло. Такое стойкое ощущение, что я пропустил что-то. О, гренка еще.
Нажмите левый Ctrl или среднюю кнопку мыши, чтобы использовать предмет снаряжения, если у вас он есть. После того, как вы применили предмет, включается таймер перезарядки, в течение которого вы сможете использовать снаряжение снова. Систему снаряжения можно модернизировать, улучшив протарианскую броню. Переключение между F1 и F2. То есть средняя кнопка Ctrl, да? Гранатку кинуть можно. Так, опять у нас эти упыри бегают снизу. Это баф лол. Это лол баф? Вообще, мелочевку убиваю, хотя как бы понятно, что самый экшен начнется, когда я спущусь. Тут ничего никак. Разве что туда, но вряд ли. А, ну вот туда вот можно забраться, на второй ярус. Но пока нельзя. Работаем. Вижу. А он даже с одного так выстрела умирает. Ой. Какие-то прессы. Добрый вечер, добрый вечер, кто недавно приджойнился. Опа, 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 пам. Че, обычный просто? Так, есть это. Даже на них не хочется патроны тратить. Есть проход туда, в пещеру. Мне кажется, что можно было наверх как-то забраться. Я же не оттуда должен буду бежать. Может, отсюда туда можно запрыгнуть? Крайне маловероятно. Крайне маловероятно. Может как-то. Сейчас, подождите. А, ты же вернуться можешь. Может, все-таки туда, а потом сверху? Нет. Отсюда я не заберусь. Тоже не заберусь. Ладно. Забиваем. Выполняя задачу миссии, за них ты очки получаешь. Какие задачи миссии? Задание. Разведайте обстановку, найдите. Исследование, секрет. 1, 2, 3. Да, один только секрет нашли. Испытание недоступно. То есть надо выполнять. Найдите центр. Я, собственно, к этому иду. Так, пещерка, пещерка, пещерка. Ничего такого, просто обычная пещерка. С обычными зомбарями. А, не, не с первого раза. Так, а может, попробуем эту гранату кинуть? Вроде сработало. Ой, появляется, что ли? Что это такое красненькое, а? Груз какой-то. Нажмите Е. Я могу. Карта обновлена. Сканер местности открыто. Сканер местности, сканер местности, сканер местности. Это типа то, что дальше появилось. Надо было до того, как... А, и вон туда пройти. Окей, я понял. О, хорошо. Арморчик. Туда не запрыгивает. Нет, вообще. О, ключ. Был синий, сейчас красный. Жетон. Жетон — это для грейда армора. Учитывая... Учитывая... Да. Легкий такой хардкор, может быть, сразу армор апать. О, можем здоровье увеличить. Да, можем. Ребят, можем же? Нет, мы только вот таким вот образом. Сопротивляемость среде увеличивает сопротивляемость урону от взрывов окружающей среды.
Сканер местности, навигационные системы, система снаряжения, емкость снаряжения, время перезарядки. Ну и двоечку он стоит. Не тут, нет пока. ХП качать? Нет, нет. Другая штука увеличивает, ясно. Так а когда можно будет мне потратить? Тут же написано, что... Ну вот, можно. Понижение урона, получаемого от взрывчатых бочек, элементов окружения. Сканеры бери. Сканер местности. Автокарта показывает предметы на большом радиусе вокруг вашей позиции. Это может помочь найти бафы всякие. Секретки на карту видны. Да, давайте их возьмем, потому что я боюсь пропустить. Осведомленность о предметах. Показывает карта предметы в большом радиусе вокруг вашей позиции. Соответственно, будем тогда... О, я со сканером могу попробовать оббежать. Ой, я же здесь могу спуститься, наверное. Это же фактически... Да, почти что. Ребят, как у вас там дела-то? Ой, появился новый. Побежал, скотина. Воу! Поднимется? Неумеха. Это же имп стандартный. А! Ты в него стреляешь 4-5. Ему хоть бы хны, он тебе хопа и снимает армор. А, понятно. И хпшечки 25. Какая грязь. Так, давайте посмотрим, как... Как сканер работает. Вообще работает он, сработает. Так, это типа у нас... такое впечатление, что... Да, с меня стреляют. Вот. Вон он. Попал. А он там заряжал уже свой... Ауе, блин. Сейчас, подождите, я посмотрю, как вообще карта работает. Это вот, вот это вот вокруг меня скан, который... Да? Понятно. То есть желтенькое, это, видимо... Хотя, черт его знает, радиус скана. Мишки расшутанные. Ну, слушайте, я в шутеры не играл, чё знает сколько. Так, не рассказывайте. Ладно. Стрёмные звуки еще. Так, это гранатки, кстати. Можно взять, ладно. О, опять. А! Что это взорвалось? Твори добро, а. Сейчас умрем. Что это взорвалось? Что это взорвалось? Бочка, да? Капец. Релакс, подчеркивание, Бородакс активировал премиум на ваш канал. Офигеть. Блин. А чё я бочку не увидел-то, Михаил? Ё-моё. Давай аккуратнее, слышишь? О, там полетел какой-то... Там дроид какой-то летает. Твори добро. Я уже не хочу. Ну хотя чего? Просто бочку стреляешь. Где бочка? Какая бочка? Я даже сейчас не вижу бочки. Какая бочка? Там нет бочки. Это жесть, ребята, это просто жесть. Это колокол по мне там звонит. Я, а можно я домой уйду просто? И все. Под прессом лучше сдохнуть, чем на этих импов бежать. А я могу назад? Да, ты можешь покаять этих. Вон. Вот какого... Все. Ребят, я был неправ. Воу.
А где? Они оббегают еще грамотно, а скоты, а? Иди сюда! Иди лапами, лапами! Еще одного слышу. Упыря. Да где ты бегаешь-то? Да что ж вы... Вон он. Отлично. А почему у меня 50 хп? Такой вопрос знатокам. Ой, дальше. Новые идут. Это на один выстрел, понимаете? Вот это на один выстрел. Что? Поставить 5-10, что 100 жизней не хватит. Куда тебе вписаться? Вписун. Сейчас уже такой умный сидит. Деньги, которых нет, ставит. Блин, они прям выпрыгивают и стреляют в лоб. Чуть замешкался, до свидания. Два патрона, офигеть. Так, ну сейчас чуть побольше патроны хп. Вписаться в челлендж. Ладно, осматриваемся. Может, к черту это все, а? Вон, туда можно пройти. А я еще до туда мог допрыгнуть, попробовать, по крайней мере. Ну что, упал бы. Давайте проверим. И на карту надо поглядывать, видимо, да? Что это такое? Что это такое? Геральт Корон 1 активировал премиум на ваш карту. Это вот та штука, которую я типа собрал, да? Да, похоже на то. Так, допрыгнул. Вот этот дрон. Боевой вспомогательный дрон. Модификация оружия. Шквальный огонь. Микрограната. Зажмите активатор модификации, чтобы выстрелить летящий по дуге микрогранатой. Столько я киллов этой микрогранатой себя сделаю. Зажмите модификацию, чтобы выпустить трех патронов. Большая кучность. Хорошо. Большая кучность. Получил. Ага. Ага. Так, теперь у нас дробовик теоретически может стрелять на большей дистанции. Теоретически. Это типа возврат назад, да? О-о-о! О-о-о! Да, там опять экшен, ребят, опять экшен. Мне прям стрёмно, я вижу, что там... Что сейчас там начнется? А! Блин! Господи! Господи, за что? Ну, ясно. Сколько вас там... Гады! Граната пошла. Ну ясно. Давай. Так, я забиваю на все. Хочу хп, хочу патроны, хочу армор. Они преследуют еще грамотные скоты, а? Уа! Ой, сейчас... О, вижу цель, не вижу препятствий. Конечно, ты прекратил гореть в самый последний момент. Ой. Собака, а, какие же вы твари, а? Я уже начинаю их всех ненавидеть.
Блин, тихо, нет. Я не хочу умирать. Сняли весь армор, откуда, как он здесь оказался, я не знаю. Ох, добро пожаловать в Ак, новый приверженец. Что там, территория куда-то, о, Ак, территории. Что это такое? Что это? Что это вот такое? О, консолечка. Это там, где я взял... Не понял. Пошли лучше в игру с паузы, да? Добро пожаловать в ад. Там было написано, ладно. Немножко армора. Патроны есть, бочки есть. Там вижу трупы. От бочек, мне кажется, лучше держаться подальше. Это еще один замечательный ваншот. Армор. Так, ну вот дробовик с альтернативочкой. Он наверху что-то есть. Вижу я. Вон. Что это такое? 15 хп. О, и сюда же могу. Ну, а толком. Ладно, хорошо. Забираемся наверх. Направо есть новая локация. Дальше вроде все типа. Да и наверх тоже можно. Типа спокойным. Блин, как же классно. Я-то вернулся назад, окей. Проходим. Проходим, заходим, поднимаемся. Достигнута контрольная точка. Ну, слава тебе, Господи. Ну, ясно. Опять 25. То есть вот... Идут. Втроем где-то... Дробовик все равно такой... Такой себе на рейндж. Успею. Да ты поднимайся, алло! А где тот? Он же был рядом. Вон он. Не только он. Еще кто-то стрелял. Да я вижу его, вижу. Мне кажется, двое. Один слева, другой топает справа. Вижу. За убийство немножко вот так жестоко. Вот кто. А, вон он стреляет. И он не один. Вон еще сверху палит. И сейчас АОЕ пойдет. Надо чуть-чуть поближе добраться к нему. Так, а сейчас звук снизу вообще. Да, он уже подошел. Ох, и это не все, то есть это был другой. Да хватит тупить-то, забирайся наверх, Алёша. А, неплохо. Да, пистолет все-таки ходовой. Живем. Так, вижу одного, патроны тратить не буду. Ой. Такое впечатление, что тут резнулся бы другой. Так, вижу армор. Вижу патроны. Тут бы осмотреться с картой. Ага, закуток влево есть какой-то тупичок. Вон туда вот можно зайти. Нужно как-то туда добраться, да? Это на ярус ниже получается. Прям подо мной, за мной. Вот так вот. О, неплохо. О, еще одна секреточка. Да, скан хорош. Скан хорош, он показывает, по крайней мере, архитектуру. Я могу попробовать посмотреть, куда я до... Вот направо еще и не ходил, да? Вот сюда вот. Наверх и... Хорошая штука. Где-то вот здесь ответвление, правильно ведь?
Ну, прямо, да, прямо. Вот оно. Тут не скрыто от сильно, но... Так, внизу патроны, кажется. А, нет, там необычный. Стоп, сюда давай прыгаем. Вижу патроны. Мне показалось, там армора, тут была просто зеленая хрень. Исследовали. Еще прямо и надо мной будет некие какие-то так. А, ну вот они. Вот на них тоже нужно сходить. Что, где, кто? Там большой был. Заряжал АОЕшку, я помню. Сейчас я ничего не вижу. Пески какие-то. Вот, вижу одного. Здорово. Кажется, слева был звук еще. Здесь вот отсюда. Да. А! Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая грязь-то, а? И не сунешься ведь. Иди сюда, сказать. Надо просто точнее. Точнее с дробаша. Грант пошла. Хорошо. Опа! Да блин! Дайте патроны, ну, будьте людьми. Спасибо. Есть патроны. Так, сейчас аккуратно, там народу трындец. О, вижу троих сразу. Раз, давай, два. Три. Ох, вот как бы я всегда говорил, что игры компьютерные, они к жестокости не имеют никакого отношения. Как бы это все пресса, утки и прочее, но сейчас реально хочется убивать. Не знаю, с чем это связано. Блин, их двое, один сверху, вон другой. Вон. Ой-ой-ой-ой, вот поймал и сразу проблемы. Еще песок в глаза, ни хренашеньки не видно же. Народу довольно-таки много. Слушайте, хороший альтернативный режим, прям хорош. Его можно использовать для сокращения дистанции. И, ну, то есть пока ты, например, или отстреливать издалека, или пока ты подбегаешь стрелять с противника с... Так, вон там хил еще какой-то, то есть нужно вот на эти две штучки залезть, да? Ну, вот здесь я не исследовал внизу. Хотя, может, и исследовал. Не помню. Надо сделать так, чтобы все вообще, вся карта была синенькая. Ой. Всем, кто присоединился, добрый вечер. Для того, чтобы был контраст по сравнению с прошлыми двумя сериями по Pillars of Eternity, Tyranny, да и, в общем-то, Darkest Dungeon, было решено попробовать пройти Doom. Тем более карточка, видеокарточка у меня хорошая, 980-я, лагов в игре нет, вы можете качество на преме смотреть 1080. Короче, Full HD 60 FPS, 1920 на 1080. Уа, армор, ребята, армор 43. Вот. Ну и челлендж от эксперта, нужно пройти игру с менее чем с 100 смертями. Их уже три. Ой-ой-ой-ой, я почти фуловый по армору. Такое добро.
Так, а я, мне имеет смысл сюда спускаться? Там что-то есть? Ну, вот еще арморочка. Чик-чик. Пару шардов. Что-то взрывается, стреляют люди. Тихо. На премию битрейт поднять? Мылит? Кстати, стоит, да. Ну, это на следующем стриме сделаем, чтобы сейчас запись не рушить. Ой. А сколько секреток? Я одну секретку пропустил. Причем, видите, секретку я, судя по всему, пропустил где-то в середине. В середине уровня. Если мы отталкиваемся от того, что они равномерно распределены. Первая секретка была здесь. Хотя, блин, показывается, как будто я не исследовал эту штуку. Хотя я ее исследовал. Раз, два. Нет, я ее не взял. Вот, ноль. Блин, имеет смысл за апгрейдом пушки вернуться. Это апгрейд. Про Ченича не договорил. Так, собственно, все просто. Лучше сходи, он прикольный. Окей. Да, я хоть... Вот, значит, ну, челлендж простой. Нужно на максимальном уровне сложности. Сейчас предпоследний, кстати. А еще есть ультра-кошмар, насколько я понимаю. Пройти всю игру с... уложившись в 100 смертей. Это элитный страж, он взят. Не пушка, а костюма. Что ж я тогда не взял-то, ё-моё. А вот может темные тоже это не взятые. Так, давай тогда прямо налево сможешь забраться? Хрена с два, там далеко, там высоко. А, ультракошмар такая же сложность, только умер, начинаешь игру. То есть это та сложность, вот сейчас та сложность, которая нужна. Просто с этим... Я сомневаюсь, что... Кажется, да, кажется, он взят. Это же трупик, который виднелся. А вот вниз, вот сюда вот, я, кажется, не ходил. А мог ли вообще в эту дверь зайти? Такой вопрос. Там что-то есть за этой дверью, понимаете? Что-то есть. Как-то ее можно открыть. Ну, карта же показывает, что можно открыть. И там явно уровень. Комнатка, точнее. А, есть рычаг от двери. Окей. Так, ну на карте, скорее всего, он не отображается. Было бы слишком изи. А, вот он. Нет, не он. Тоже не он. Так, а по логике, давай. Ой, я там не взял. Он, во-первых, должен быть где-то недалеко от двери, собственно. Ё, красота. Так, допустим, он не здесь. Да, там я был. Спойлер ударяют, все фигня, давай. Да, не надо спойлеров. Я, если не справлюсь, сам не найду, то я просто зайду, побегу вперед. Ладно, поехали. Всегда относительно рядом. Забиваем. Не буду время терять. Ни ваше, ни свое. Едем дальше. Там уже конец уровня вроде. Но я фуловый. Есть жизнь, есть армор. Мы в тебя верим. Да нет. Уже все.
Уже не надо меня верить. Так, а в остальном я все, да? В остальном я все. Похоже. Так прикольно, с Фовом 120 играть. Как прям в старые добрые в кваку. Так, здесь тупики. Пробегаем. Армора набрал. Проходим дальше. 150, понимаете, 100. Приветствуем, Буата. 221 день без несчастных случаев. 221 день без, без несчастных случаев. На седьмой день Бог отдыхал. Но представьте, как бы мы продвинулись, работаем он и тогда. ОАК преданы идеям совершенства. Поэтому мы ввели семидневную рабочую неделю. Теперь вы можете идти к великим свершениям вместе с коллегами каждый день. Никогда не останавливайтесь. Ой, хорошая идея. Завтра в офисе обсудим. Семидневная неделя. Класс! Какой был бы прогресс? Да, пожалуйста. Секрет один не взяли. Продолжаем. Главное не дохнуть. Ну нет, не главное не дохнуть. Главное находить все секреты, грейдить оружие нормально, грейдить армор нормально, чтобы потом не умирать просто от одного выстрела. Жесть. По 3 часа в день, говорит Локи. Прощел обучалку, мужик, зная своего врага. Но я хоть что-то прошел. О, Фибоначчи здесь. Голосовое сообщение. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Вега. Искусственный интеллект марсианского комплекса. Я провел диагностику претерианского бронекостюма и выяснил, что смогу активировать дополнительные испытания, с помощью которых вы сумеете быстрее обновить свой арсенал. Так. Я добавил в ваше досье отслеживающую программу. Так. Испытание. Убейте 2 по цене одного. Убейте 2 одержимых одним выстрелом дробовика. Ладно. Вкус смерти. Зверски убейте одержимых 5 разными способами. Ладно, по типу оружия 1-2, гранатка 3, взрыв, рукопашка 4-5. Найдите секреты 3. Давайте попробуем испытание максимально. А, слушайте, исследование. Тут такое количество секретов. Какие-то аргент-ячейки есть. Секретов тут 8, блин, штук. 8. Элитная стража 3. Это грейд на... На что, блин? На... О, я могу пушку гридануть. Насколько я понимаю. Сокращает время перезарядки между очередями. Повышает темп шквального огня. На подготовку огня больше не тратится время. Вот это хорошая штука. Это чу-чу-чу без... Ой, вот это, кажется, Симба. Поехали. Вы уверены, что хотите получить? А, еще разу. Какой там выбор? Время перезарядки между очередями. Ок. Темп. Ок. Или темп. Зверски нужно добивать мели, подходя с разных сторон, напрыгивая. Окей, да. Зверски нужно добивать мели, подходя с разных сторон и напрыгивая. 5 раз на круги с прыжка, целиться в разные части тела и так далее. Ясно. Даже и до двустволки. Так, давайте... Блин, вот я с одной стороны вот с этой одной штукой так... Так хочется сэкономить вообще, ничего не делать. Можно пистоль грейдить. Нет, давай-ка лучше нормально. Да. Есть. На подготовку шквального больше не тратится время. Раз и все. Раз и все. Ну, добро, ребят, добро. Внимательно смотрим на карту.
Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Блин! Нифига себе они... А, это этот. Это вот непростой упырь, это... Успел? Как-то нужно... Разнообразнее, Михаил. Такое впечатление, что по мне кто-то стреляет. Так, окей, направо, да? Есть неисследованная штука, но это фигня, тут тупичок. Да вы издеваетесь! Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Да хватит! Они где-то снизу где-то. Обозначаю оладьи старания с арахник. Спасибо тебе. Ага, слева, справа, сзади, спереди. О, окно улучшения оружия. Очко улучшения оружия дали. Хорошо. То есть, еще разок. Да, вкусно разнообразие сделали. Сейчас из дробаша нужно одним выстрелом убить двоих. А я ж могу сразу вкинуть улучшение оружия. Ха! Ой, извините. А, ну ясно, уже по троечке. То есть, если вкидывать, то единичку типа в пистолет. Сокращает время, требуемое для генерации мощного электрозаряда. Хорошо. Сокращает время остальным после мощного электрозаряда. Так. При подготовке к мощному вы можете двигаться с полной скоростью. Это вообще чушь. Сокращает время, требуемое. Пока копим. Пистолетом я реже пользуюсь, поэтому... Так, надо сейчас из дробаша двоих убить, да? Ой. Ну, не таких, а других. Мы перенаправили. Ой, сколько у меня там? 3 смерти уже. Честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал Вак. Демоны. Все это... Правда. Демоны. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я понял. Тихо. Еще телефон зазвонил. Да, вот меня вот это вот больше всего бесит. Что за женская привычка оставлять телефон в комнате и не слышать его? Так. Который раз уже, блин? Есть тупик? Тупик. Я верю в честность. О, снизу уже увидели, смотрите. Последние минуты вашей снизу жизни непонятно что. Мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Да, это, наверное, коты опять звонят. Демоны. Очень важные звонки. Это... Деловые переговоры. Я на коты, пятый подъезд. Благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Карта. Сейчас. Так, ребят, что у нас есть? У нас есть, во-первых, задача убить с дробаша двоих. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни. Все эти слухи. Угу, и тут только спускаемся. Вон, кстати, два клиента. Да куда ты поднимаешься? Ну.
Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я, в новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Не убил я двоих, но сразу была бы ачивка. Надо как-то, может, подэмэджить их сначала из пистолета. А потом, типа, добить. Особенно сейчас. Но мне нужно для начала двоих на это самое стянуть. Все эти слухи. Человеческие жертвы. О! Ну и что мне с тобой делать, друг? Ножка заболела. Ой, слышите? Вон, сверху. Нет, сверху. Нет, кто-то стреляет явно. И подходит еще один, вот. Знал бы прикуп. Давай-ка посмотрим, сколько нужно выстрелов, чтобы раз, два, туловище, три. Три, доводим вот таким вот образом. Мы добиваем потом из дробовика. Да? Добьемся одного же после этого? Не добиваем. Серьезно? Как же тогда быть? Как же их добить? Ладно, попробуем. А может сработает тема с бочкой? Ну, типа что, берем и... И взрываем тупо бочку. Твою... Нет! Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни. Опять кто-то стреляет. Я слышу, но я не вижу. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это. Так, вижу одного. Мне нужен второй. Мне нужен второй. Рядом с ними, да, которые они создают для нас прямо сейчас. Так, давайте проверим, сколько там по этим, по ХП. Я верю в честность. 3, 4. Особенно сейчас. Последние минуты вашей. Сейчас, ребят. 4, 5. Все еще живет. Человеческие жертвы. Портал 6. Демон. Все это правда. Может, у него регенится с ХП. 7. Я помню, 4 раз убивал вообще. Видимо, он регенится. 8. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Сейчас. Всем прямо сейчас, пацаны. Так, ладно, смотрим. Сзади открывается дверь. 100% эта дверь открывается. И учитывая то, что я собрался все секретки здесь открыть, я буду особенно тупить сейчас и искать. Рычаг должен находиться, повторюсь, где-то рядом. Вон вижу платформу. Возможно, на нее можно. Похоже. А я сюда запрыгну? Друзья мои, будьте запрыгнул. Хорошо. Вы станете первыми. Там пусто, вы сядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Сейчас. Что за рычаг? Ну я забрался, окей, хорошо. А, вот рычаг, алло. Тяни. Я верю. Тяни, Михаил. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни. В этом мире все эти слухи. Человек. Дверка открыта. Дверка открыта, ребята. Портал в ад. Вот они, текстуры первого дума. Жесть. О, не-не-не! Па-па-па-па-па-па! Да твою налево! Да тш! Мне страшно.
И эта секретка, типа, последняя тут в списке. Но я отлично зашел. Уровень хороший. ХП нет. ХП нет, Карл. О! Друзья мои, да, два ХП, а что вы это? Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. Так, помню, у тебя есть граната. Ой, ХПшечка. У-ху-ху! У-ху, какая халява. Какая халява. Ой. Ой, чую, заварушка будет. Тут просто, просто открытое пространство такое. О, все. Понеслась. О, убил. Ой, не убил. А можно уйти? Нет, нельзя уйти! Твори добро! Нет! Ну, беги, Михаил, беги! Ради всего святого, просто беги! Воу! Не-не-не, бежать не вариант. А, нет боеприпасов, класс! Ну, конечно! Ах, ты скотина-то, а! Закрыли дверь! 4 смерти, ребята, 4 смерти. И пошел, знаете, такая паника пошла у меня. Патронов нет. Грязь. Там бочек было много, надо было на бочках, наверное, как-то, да. И гранаты, забыл про гранаты еще. Прямо сейчас. Ой, вот этот патрон надо было забрать. Подходим, ребята, подходим. Хедшотик, на-ка. Я ж хотел ачивку, Вась. Не будет твоей ачивки. Слушай, а дверь-то не закрывается, если ты не выходишь. Опа, еще один. Тактика, ребята. У меня с самого начала у меня была какая-то тактика. И еще минус один. Я... Я ее придерживался. Абуз? Какой абуз? Кто абузит? Покажите мне этого человека. Все, никого? Изи. Ой. Небезопасный уровень демонических. Начинается другим. Нет. Ой-ой-ой. Ой, бежит. Взрывоопасный товарищ. У него патроны закончились. Да ё-моё. А, вот еще. Ой-ой-ой. Гранатка. Иду. Жди меня, я вернусь. Да как? Ну конечно, блин. Только вышел от... из вот этого режима и сразу получил на минус 100, блин. Да хватит уже, ребята. Хватит. Вот, получил мелочевку и... Нет. Нет. Хватит только начала. Да, я в курсе. Разогреваемся. Ребят, это грязь. Это самая настоящая грязь. Демоны повсюду, ничего не понятно. Я, конечно, подстреливаю, попробую мелочевку.
Но потом начнется экшен. Его не остановить. Тут надо было делать ачивку. Из дробовика пробовать. Проблема в том, что у меня эти 100 хп снимают с двух ударов. И прилетающий на рандоме фаербол. Что? А, там же еще этот упырь. Да хватит уже, ну ё-моё! Побежал, побежал. Работаем. Да как? А, там этот чувак, который взрывается сам по себе. Ё-моё, я пошел добивать чувака с баллоном с газом. Нет, нет, за что? Это как бы... Число смертей 55 уже у меня наверху. Это сигнал просто, это сигнал, что... Ой, ну 56 тогда, да? 66. Такая грязь просто. Вроде все нормально, да, отстрелило, но ошибкой было... А что, что лагает так? Слышишь, хватит. Они что-то FPS резко просели, подождите. Прям как будто... Видите, как курсор? Не понял. Очень странно. Так, на рабочий стол, ребят. Сорямба. Надо понять, с чего это. Загрузки нет, а как бы нагрузка высокая. Чроды поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщил. Да-да-да. Вы обрели свою стихию. Это, конечно, грязь. Ну, в общем, смотрите, если человек горит, его лучше не добивать с рук. Потому что видите, что происходит. Возможно, я зря делаю, что просто бегу, куда глаза глядят. Может, из 1000 сделать число с... Нет, нет. Такое бывает после загрузки сохранения, со временем лечится. Понятно. Ну, сейчас я загружаюсь. Ах, господи. Это, конечно, грязь. Конечно, грязь. Пока довольно много новой информации, много рандома такого. Ну, для меня, по крайней мере, потому что я некоторых вещей банально не знаю. Ну, вот что такого человека лучше не добивать. Да что ж, у меня Doom не запускается. Как, может, Steam перезапустить? Ну, типа, не стартует просто. Стреляя по 3 патрона, 1-2 летят мимо, очень нерационально использование боеприпасов. Зато можно убить с одной серии. Перезапустить стрим, поднять битрейт? Нет, поднять битрейт сегодня не будем. Еще раз повторю, тогда запись побьется. Там 6 мегабит, я понимаю, что десяточку лучше поставить, но пока хватит. При добивании такого зомби ты пинаешь его далеко вперед, но перед тобой была стена. А, я понял. То есть передо мной была стена, он врезался в стену, взорвался. Ясно, ясно. То есть его можно добивать просто в определенной ситуации, если... Жесть, уже 6. Уже 6. В начале игры просто, в начале игры. Енооптимист поддержал ваш канал на сумму 102 рубля и сообщает... 102? М, механик. Да. 1, попробуй выстрел из пистолета. Удар рукой, выстрел из пистолета. Удар. 2, рано или поздно все приходит к тому, что Doom это не про дальнюю дистанцию, а про экшон.
Ближний бой, добивание 3. 100 смертей, это явно не предел. Дело в том, что с добиванием у меня пока вопрос. То есть в момент добивания ты, конечно, молодец, ты неуязвим. А сразу как после выходишь, ты можешь, ну, а в тебя продолжают там заряжать, стрелять. То есть ты можешь просто после добивания оказаться в ситуации, когда в тебя летит 2 выстрела, а ты уже ничего с этим сделать не можешь. И тебя ваншотают. Так, ачивочку, да, можно попробовать получить? Только нужно довести их, типа, до определенного уровня, а потом с дробаша. Чтобы они оба там... были... Да блин! Есть! Есть вроде ачивка. Да, испытание пройдено. Еее, 2 по цене одного! Можем грейдануть что-нибудь. Хрен тебе. Либо пистолет, либо дроба. Ой, тихо-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 тихо. Раскайте его. Ааа! Что, понеслась? Понеслась. Ладно, давай, пока не будешь агриться сильно. Ну, не агриться, это как вообще? Если ты получаешь просто... Ты просто получаешь со всех сторон, Михаил. Мало патронов, да-да-да. Не-не-не-не-нет! хп, это на один выстрел у меня и один патрон дробовика. Класс, класс. Сейчас взорвется, да, этот. Блин, надо этого убить хотя бы с руки, чтобы, ну, хп немножко, может, патронов дадут. Дали. Откуда звук, Анжелика? Так, вижу обычного. Слышу демонов. Да ёпары с ФТ, вы достали, ребята! Охренеть! Был второй. Третий, четвертый. А да как? А-а-а! Грязь. Там бочка, лучше не подходить к ней. Хил, 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 работаем, работаем. Ее, контрольная точка. Ой, серьезно, серьезно, ребята, ребятушки. Спокойно, без паники. Ой, что у нас по... Значит, секрет третий нужно найти. А, всего 3 секрета из 8 нужно найти. То есть, один секрет и еще дадут ачивку. Окей. Ох, что можно? Тут, во-первых, какая-то хрень лежит. Армор вроде на левел выше, да? Так, давай сначала смотри. Во-первых, ты наверх не зашел, Вася. То есть, Михаил, вон туда можно забраться. И нужно забраться туда. Вот отсюда, видимо, нужно забраться. Высоковато, если что. Так, вот отсюда, может быть? Ага, если гонешь сразу. Так, ну как-то можно. Как раз у нас есть опция... Ой. Может, на дно? И они не связаны, да, друг с дружкой? Да, это автономная штука, туда можно забраться.
Ну, наверное, можно забраться. Всего 6 смертей, еще есть надежда. Да, конечно. Нельзя, говорят. Да ё-моё, как так? А на тот выступ? Там что-то есть? Там есть ХП, туда точно можно забраться. Вон. Там ХПшечка. Блин. Ладно, туда можно, наверное, вот... Как-то с верхнего яруса. Я надеюсь. Просто осматривайся внимательно. О, у меня дверь, кстати, доступная. Можно, типа, открыть дверь сзади. Ну, короче, идем прямо, судя по всему. Вот на этот островок как-то надо будет забраться. Если что, вернусь. Получена запись кодекса базы данных. Медстанция. Медстанция разработана по тем же спецификациям, что предыдущая модель, но отличается улучшенной системой внедрения наноботов, ускоренным клеточным анализом. Когда пациент вставляет руку в приемный рукав, медстанция проводит атомно-силовое микроскопирование и вводит пациенту пакет наноботов, восстанавливающих пораженные клетки. Для ускоренного восстановления пациент также получает специально составленные химические препараты. Некоторые пациенты жалуются на легкое головокружение после использования медстанции. То есть, типа... Опа, что? О-о-о! Бензопила. Бензопила. Ё-моё. Бензопила. Ну, оружие. Этот предмет был обнаружен в аргент-комплексе, хотя его предназначение неизвестно. Сотрудникам службы безопасности сообщили, что он, скорее всего, был привезен на Марс контрабандой и при обнаружении подлежит немедленной конфискации. Поскольку практически применение на Марсе нет, следует считать его оружием черного рынка. Окей. Так, патрончики. Но я пока... Не только пока. Весь мир рассчитывает на нас. Вы справитесь? Что-то у меня впечатление, что я не доберусь до... На втором ярусе и армор. На первом ярусе за этим... Короче, проходим, судя по всему, нам сюда. Ой. Привет! Так, зажигаем. Ну, ясно. Скотина! Видели? Голограмма предательницы. Хотите роста? Работаем. Да как? Как, ты не умер, что ли? Это же добивание было. Да твою налево! Обычные упыри меня! Стопэ, там еще один стреляет. Медстанция. Констанция. Подходи, упырь. Здесь плавка. Мы гордимся нашей постоянно растущей командой. Так, вон туда, за армором нужно пройти. Достичь высоты, которую мы не знаем. Еще. Закрыто, что ли? Да вот меня просто... Вон он. Выстрелы из пистолета имеет КД. А комбо из удара рукой плюс выстрела из пистолета это КД отменяет. Итого скорость этой комбинации ограничена только скоростью нашей. Что-то хреновый совет у тебя. Так, дверь закрыта. Вижу хил наверху.
Что за хрень? Так, хочу наверх, хочу туда. Тут закрыто. Вы меня пугаете. Туда нужно, и туда нужно. Ладно, давайте посмотрим, куда я могу. Сюда я могу. Тут стрёмно. О, хил. Ладно. И лазеры, да? Так, армор в комнате плюс какая-то хорошая штука. Надо, в общем, как-то на второй этаж за... А, я понял тебя. И наверх, короче, подняться нужно каким-то образом туда. Наверное. Здесь проход есть, я вижу. Что это за штука? Нет, нет! Блин, не та кнопка! Гранату кинул на Ctrl. Я привык, что на Ctrl это приседать. Дебил. Дебил. Господи, какая нелепая седьмая смерть. Ой, ё-моё. Ой. Блин, я обречен просто с такой игрой. Я реально обречен. Ой. Ой. Бывает. Ну ничего. Хорошего. Здесь Уаха, мы гордимся нашей постоянно растущей командой. Каждый год мы отбираем лучших из лучших. Хотите роста? Хочу туда. Целям, достичь высот, о которых и не мечтали. Узнайте у руководителя, подходите ли вы для жадных душ этого года. Твою... Не только вас, весь мир рассчитывает на нас. Вы справитесь? Ну, ребят, ну... Взорвались вроде. Здесь плохо, мы гордимся на постоянно растущий товар. Каждый год мы отбираем лучших из лучших. Хотите роста? Давай, выходи, ну, упырь. Да, издалека, к сожалению, не дают мне хпшечку. Поэтому надо подходить так. Ну, хоть, чтобы как-то регенить здоровье. Понимаете, хоть как-то, чтобы регенить его. Еще бензопилу надо протестить. Бензопила на ГМ. А вон. Клиент. Двое. О! Спускайся, упырь! Патроны! Нифига себе сколько! Это к чему вообще патроны выпали? Так, помню хилку. Сейчас туда опять. Да, это, конечно, жуть, ребята. Это жуть. Ладно, я успею. А, вот оно как, Михалыч. Здравствуйте, дальше что? Я понял. Ничего себе. Как пригинаться? Сейчас опять в гранату кину по привычке. Параметры. Клавиатура, мышка. Присесть. С. С. Какое С? Ну, это типа кроч или как? Ну, кроч. Так, поезда.
съел. Ай, понял. Тихо. Хорош орать. Так, ну если... Так, сейчас надо, главное, не сваливаться лишний раз. Все собрать, что хочется. А, вот оно что. Ну тут нечего брать уже. Надо сюда идти дальше. Конечно, сюда. Конечно, сюда. Так, окей. Как-то направо. Я не хочу пока вниз прыгать, пока не убежусь в том, что... Ну, видимо, за эту дверь, вот сюда вот вниз. Это, типа, проход будет дальше. Ну, неужели? Ладно, с Богом. Я понял вас. Закрыто. Всматриваемся. Ну как отказано? Желтый ключ нужен. Желтый ключ. Что там желтое есть? Это вообще тут. Мне надо про гранаты не забывать. Мне периодически подкидывают. А это что такое? Вход закрыт. Достигнута контрольная точка. Ну, может, не стоит дальше идти вперед, потому что я офигеть, сколько сзади все пропустил! Небезопасный уровень демонического развития. Нет! Нет! Вашу жметь! Но она откроется, как только я за... Ну, ёпарасы ты. Понеслась. Ребята, снова демоны. Давай уровень смотреть. Что у нас тут? Раз, два, три. Три левела. Вижу легкий хил в той стороне. Вижу патроны для дробовика. Пока что мелочи бегают, но это все так себе. Как только спрыгнул, начнется экшон. Понимаете, начнется. Без него никак. Поэтому мелочевка, на самом деле, она может даже для фида служит. Ее не стоит, наверное, даже убивать. Говорит он и убивает мелочевку. А вот и понеслась жара. Да, нет. Не знаю. А, она начнется, когда я вот эту хрень нажму. Ребята, поехали. Нет, куда? Куда? Где я? Понял. Это он прям на мне спавнится. Скоты. Забирайся, забирайся, забирайся. В движении, постоянно. Экшен, экшен, экшен. Прыгаешь, прыгаешь. Убиваешь. Работаем. Да хорош тупить. Ай-яй-яй, не попал. Воу. Опасно. Зачем ты вернулся под выстрел, Вась? Нет, ну! ХП, 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 ХП! Нет! Говори добро. Где ХП? Музыка топич вообще. А, клипы уже пошли. Клипы тестируются.
Бензопила. Бензопила, жеш! Бензопила, Вася! Бензопила на какую кнопку? На Г, кажется. О! А! Ага! Карту, пожалуйста. Да, ну ты тут столько тут непонятных вещей оставил. То ли оставил, то ли в перерыв, мне кажется, оставил. Давай, по крайней мере, на этом ярусе осмотримся. Отказано, да, отказано. Желтый ключ нужен. Это закрыто. Это закроется после того, как я да. Это закрыто. Все, я в тупике по факту. Я в тупике, ребят. Да? Там ништяков столько. Блин, откройте. Ладно, с богом. Мелких бьем, не бьем. Видимо. Да, поехали. Ты сначала доводи до... А потом уже, да. Сзади был. Вот как, вот как? Все, брони нет. Нет больше вашей брони. И сейчас тут пойдут нормальные пацаны. Твою... Мне матом ругаться хочется, понимаете? Да, ну попади ты, Вася, блин! Капец! Твою налево, ну как так-то вообще? Ну конечно, конечно! И давно так, с самого начала. 9-я смерть. Что-то я не понимаю. Ну, я сейчас сам виноват. И как увидел, что заряжают, не надо было перестреливаться с двумя. Надо было просто спрыгивать вниз и продолжать эту беготню. А я начал перестреливаться, еще под сплэш подставился. Нафига это было делать? Я не знаю. Ну и попадать надо, Михаил. Попадать, целься. Есть прицель, на... прицел надо попадать. Да! Как? Какой я кривой, а! Все, опять без армора пошел. Опять без армора. Я пытаюсь найти, может, здесь куда-нибудь можно уйти, чтобы тебя не достали никто. На нубасах 30 армора слить. Это такой посредственный ход. Тебе тут нигде нет. Комби. Опа, давай. Да, привет. Да. Пользуясь своей возможностью высказать экспертное мнение. Да, пилот. Хотел бы посоветовать, да, почаще, да, использовать пилот, да, когда заканчиваются, да, патроны. Ты прав. И помни, Михаил,
Not pass. Ладно, пила у нас на Г, да? Ага. Дробовик, пила, пила, дробовик. 92 хита. Ладно, внимательно смотри вокруг просто все. Тебя ваншоты, вот какой внимательный вообще. Внимательный. Отлично пилу использовал. Я считаю, это просто великолепно было. Какая грязь, а? Ну, конечно! Ну их тут повсюду много, блин! А! Твою мать! Рядом с бочкой стой, да, это страта, блин. Дебил. Где? Вон. О! Иду, иду, скотина, иду! Иди сюда! На-на! Мне нравится Doom. Очень экшеновый, очень драйвовый. Адреналин еще добавляет вот это вот... Эксперта вообще молодец. Жил не тужил, называется Михаил. Да, у бензопилы кончаются патроны. Это что такое? Слышь, куда пошел? Ну я понял, понял. Так, давайте осмотримся здесь. Что там, ты прошел эту комнату быстрее, чем зеркало первый раз? Слушайте, мне лестно сравнение с зергом. Он профессионал, и он в шутеры стреляет. В смысле, играет. Так, короче, надо сейчас с картой разобраться, потому что тут очень много уровней. Нужен желтый ключ, помним, для двери, для прошлой. Не знаю, смогу ли я туда вернуться или не смогу, но в любом случае. Алло, где лифт? Поехали кататься. Драйв, конечно, классный. Здравствуйте. Ой. Ой. Так, это я где? Это я здесь. О, хорошо, как раз. Ой, усовершенствование оружия! То есть сейчас можно только микрогранаты сделать, да? Вы знаете, как я отношусь к гранате на правой кнопке? У меня под мизинцем граната сейчас, которая стоила мне фрага. И сейчас будет под безымянным, под мизинцем, под безымянным пальцем другой руки тоже подстволочка. А можно не брать? Можно не тратить реально, может мы пушку найдем. Здесь какую-нибудь и сможем прогрейдить. Потому что мне подствольник вообще не трать пока. Можно, да, не тратить? О, ключ! Желтый? Желтый. Лежи спокойно, только упырь. Да я говорил тебе, скотина тупая! Лежать! Бесит. Причем знаешь... Бери, не пожалеешь.
лучшая альтернативка. Ну ладно, берем. Так, и чего? Три штучки, да? В этих патронах дробовика используется нитроглицериновый заряд, который при ударе подрывает актоникубатовый гель. Короче, содержимое распыляется вокруг точки поражения, приводится к объемному взрыву. Боеприпасы очень эффективны против нескольких целей или при подрыве за врагом, находящимся в укрытии. Понятно. Короче, мы возвращаемся назад, у нас желтый ключ. Тут вроде бы тупик, насколько я... Ну, я, конечно, могу вот так вот сделать, куда-нибудь прыгнуть. Но мне кажется, это не совсем правильно. Ну, вон туда мне нужно обратно. Здесь закрыто? Закрыто, да? Закрыто. Да, закрыто. Все, возвращаемся. Такая игра, конечно, ураганная просто, ураганная. Особенно, когда начинается экшен. Музыка, драйв, очень плавненькая, качественная картиночка. В следующий раз на трансляции повыше битрейт, чтобы там, на премии вообще там потекли все от графона. И как-то так. Дверь, где труп был. Да ладно. Зря возвращался, что ли? Ты третий проходил? Нет, третий не проходил. Вернись. Хорошо, хорошо. Такие звуки еще классные. И прям слышишь, что вокруг, как и почему. Такие двери раньше не открывались. Не понял. Не понял, а как мне серию-то делать теперь? Если у меня подстволочка, алло. Режим стрельбы, видимо, нужно менять. Модификация оружия, ПКМ, огонь из оружия, ЛКМ. Смена оружия, предыдущая модификация оружия R, наверное. Да, понятно. Так, а он без ограничений вообще? Он без ограничений, что ли? Он типа выстрел один. А, там перезарядка конская. А могу я модифицировать его? Короче, подстолочку могу ли я модифицировать? Могу, микрограната. Время перезарядки, радиус действия. Блин, ну нужно определяться с альтернативкой. Мне альтернативка «Школьный огонь» нравится. И тратить... Не нужно, короче, ничего апать пока что. Я считаю, и так потратил. Лежать, сучок. Это где я? На старте я. Желтая дверь. Что-то отключено. Мне казалось, я те штуки брал. Доступ предоставлен. Ладно, пойдем. Это что у нас? Я сзади все-таки на втором ярусе не был. Дверь не открыл. Добро пожаловать в марсианский комплекс Блока. Пушка. Новая пушка! Ребята, пушка! И вот надо было сюда сделать, брать модификатор. Штурмовая винтовка. Добро. Занимает, блин, четверть экрана, армор еще. Хил. Ой, ребята, все, я не умру больше никогда. 50, 100 и новая пушка. Надо было на нее мод брать. Дурак. Шлюз запечатан, окей. Что мы имеем? Все еще закрытая хрень. Тоже закрыто. Да, у меня уже начинается кретинизм вот этот вот. Графический. Марсианский комплекс Блока. Он расположен на обширной равнине Белла, низменности ударного происхождения. Этот высокотехнологичный добывающий и исследовательский комплекс. Открыт шлюз. У меня стойкое ощущение, что я сзади попропускал. Вот, вот. А это типа уже вперед.
Капец. Вернуться? А, желтая карточка наверх, точно, там же на втором ярусе тоже за... закрыто было. Короче, я вернусь, поднимусь наверх. Да? Вот, вот там вот повернусь наверх. Обойду... Так, главное, чтобы не сбило тут. Штука. Возвращайся, вернись. Да-да-да-да. Так, правильную кнопку нажали. Так, и проходим. Вот, вот это вот, во-первых, желтая, да? Доступ предоставлен. Да-да-да, открывай уже. Только патроны, вы издеваетесь? Блокировка отмены. Там еще что-то, что-то открылось. Кажется, отмена блокировки по карте, да? То есть могла открыться дверь, кроме всего прочего, которая была доселе запечатана. Красная в то... Та, что ли? Нет, это не по карте. Это... Чё, погодите. Так, желтая, желтая, желтая. Реопс. А, вот еще шлюз. Он был закрыт до этого. Очко улучшения оружия есть. Достали. Сучок! Весь армор снял! Еще бочка тут. Капец. Да я тебя вообще люблю! О, еще что-то. Кажется, тоже ап. Преторианский жетон. Окей, значит, что я могу? Вот, хорошо. Сканер местности в прошлый раз увеличивали. Я предлагаю... Сопротивляемость среде. Апнуть. Невосприимчивость урона от взрывчатых веществ. Понижение урона от собственных выстрелов. Хорошо, давайте, это хорошая ветка. Поехали. Так, это раз. Бочки, бочки. Да тихо! Я во... Ой, как я их... Осталось, кто остался? Да тихо! Здесь же ник... Меня так просто изводят. Может, имеет смысл просто бочки убить? Так, я отсюда пришел. Или отсюда я пришел? Нет, кажется, здесь я не был. Еще пушка. Надо все обыскивать. Секретку достали. Что это такое? Плазменное ружье. И очко улучшения оружия. Офигеть. Так, ну это уже больше похоже на правду, да. Надо еще определиться, когда... Когда типа использованный. Да, оранжевый типа используемый. Вон, я справа еще не облазил. Здесь тоже жетончик, армор и аптечка. Ну, может быть, это еще впереди. Какой впереди, Алеша? Ты уже прошел вон дотуда. Вот эту штуку надо как-то... Ладно, пойдемте. Возвращаемся. Воу, плазма. Ты низко пришел, держи повыше, проще в голову попадать. В голову? Мне просто попадать нужно. В какую голову? Так, ну здесь тупики. Да, дверь закрыта. Короче, надо уходить отсюда уже. Так же, как мы забирались. Забирались мы вот...
не так. Вот так. Да ладно. Серьезно? То есть ты можешь вернуться только отсюда? Не факт, здесь тупик, это секретка вообще, не факт, что ты бы ее... А, вон! Я понял тебя. А это я куда? А, понятно, чекпоинт. Хорошо, далее. Далее. Возвращаюсь, желтая комната. Возвращаюсь сюда. Так, давай назад. Назад. Налево. Сюда. Далее. Направо. Вот. Армор. И нужно забраться на второй ярус. Каждый год мы отбираем лучших из лучших. Хотите роста? Стремиться к великим целям? Достичь высоты, так, а как я эту хрень достал? Узнайте, я же ее достал. Подходите ли вы для жажды душ этого года? Как я ее достал? Я просто... Так, давайте на всякий случай я осмотрю здесь. Да. Во-первых, сюда можно как-то, помните? Там лежит этот... Лежит ХП. Медстанция, говорят... Медстанцию же я использовал, а не она откатывается. А, она откатывается. Очень хорошо. А, еще чуть-чуть назад. Так, ладно. Я тут на самом деле был, но я не понял, каким макаром туда забраться. Потому что вот сюда вот, судя по всему, никак. Эти штуки летают со стремительной скоростью. Но нужно забраться вот туда. Судя по всему, туда. Отсюда, может быть? Ну, как-то вообще аркадно. Но слева доступа точно нет. Может быть, действительно чуть... Как-то отсюда, может быть. Куда ведет? Может, отсюда... Туда с ящика лифты стопаются. Что? Пульт зеленый? Пульт зеленый. Нет, там дверь просто. Сейчас пульт зеленый. А, вот пульт зеленый. Дебил. Ага, стопаются, да? Понятно. То есть мы так делаем. Так. Так. Хорошо. Макс ХП. Угу. Сюда смысла нет. Просто идем вот так и оттуда прыгаем уже на эту штуку, да. Здесь армор. Ну, ради армора это не стоило делать. Дверь закрыта. Ну, по крайней мере, я... Нет, ну вот это же хрень где-то, блин. Нет, еще же можешь. Вон, 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 проход туда. То есть справа от тебя есть, типа... Вот срез туда. Нет, тут не открыть. Туда, где ты желтый ключ брал. Туда, где желтый ключ брал. Желтый ключ, кажется... Короче, я уже все. Все забыл. Ладно, короче, спускаемся и бежим вперед. Бежим вперед, пофиг. Где-то желтый ключ брал. Желтым ключом я это открывал.
Это желтый ключ. Вот эта вот штука еще закрыта. Посмотрите. Вот сюда вот мне нужно. Лифт вспомню. Лифт помню, но сейчас туда и бегу как раз, насколько я понимаю. Сейчас спускаюсь. Обхожу. Вот сюда вот раз. Вот сюда вот два. Правильно? Вроде правильно. Желтый ключ на лифте отсюда. Там с первого яруса он вызывается. Просто мне показалось, что можно и оттуда. Вызываем лифт, смотрим. Надо внимательно, да, тут хорошее сочетание между не, очень хорошей логикой уровней, что можно вдумчиво и без подсказки я не справился в некоторых бы моментах, и экшена, то есть такой контраст очень хороший. Так, здесь мы брали желтый ключ, здесь мы брали дрона, здесь мы проходили вперед, и вот новая местность. Тоже дверь была закрыта. Надо запомнить будет. Осматриваемся. Это как раз второй ярус. Ну, сюда можно пройти. Сейчас проверю я еще разок. Да-да-да. И проползаем. Сейчас должен быть длинный-длинный коридор по карте, помните? Да-да-да. И вот это и есть секреточка. Что здесь у нас? А, я в комнату таким образом попадаю. Понял. Армор. И еще улучшение. Вот это дело. Жетончик. Уже 4 жетона, между прочим. Уже можно... Я бы, знаете что, потестил оружие, попробовал понять, какое из них наиболее ходовое из текущих, и на что стоит тратить, если, конечно, стоит тратить, ценнейшие жетоны. Это шоткат идет. Здесь фулл хп, полный армор, 2 новые пушки и еще жетоны. Все? Да, похоже, что в этой зоне все. Можно смело двигаться в... вот сюда вот, в коридор. Ох... Жесть какая. Не копи, да? Ну, не копи, купи. Так я не знаю, на что тратить. Я хочу проверить каждую из. Так, я должен сейчас, получается, к лифту снова вернуться. Подняться и идти вперед. Нет, там тупик. Ты должен. Как я вообще планирую игру проходить, если... У тебя же там просто открылся шорткат. Ёпрасоте, ты опять не ту... Там можно было быстрее срезать. Кроме дробаша ничего не нужно. Дробаш, подстолк, разбирать все в этой игре. Клёво. 9 смертей уже. 9, Карл. Сейчас заберемся, опять вернемся. Главное, наверное... В эту главную комнату. И оттуда уже... Я надеюсь, станет понятно. Ну, вот в эту дверь нужно. В эту дверь и прямо. Какой сюжет? Какой сюжет в Думе? Еще один. Привет, Свен! Здравствуйте. Даже если будешь пропускать, можешь прокачать почти все, по-моему, с ним переживать. Ну ладно, спрыгивай сюда, и ты как бы оказался практически там, где нужно, да? Тупим? Да, тупим. Назад, желтая дверь налево. И это типа уже выход. Да, то есть ты открыл здесь, прошел сюда, и вот он коридор. Поехали. Рео активировал премиум на канал. О-о-о! Ёпарь СТМ. Ух ты, неплохо. Ну нельзя тратить армор так быстро. Ё-моё, уже минус 30 армора. А всего лишь надо было бочки взорвать.
Очень эффектная пушка. Да как так? А вот они бочки взрывают, да. Ауе, пошла. Нет, там еще следующий. И здесь еще. А где подстволка? Нет, блин, беги, беги, Михаил. Я к альтернативочке другой привык. Я был фуловый. Я был фуловый. Я был. А сейчас... Да, я не хочу умирать. Прицел ни хрена не видно вообще. Что это такое? Можно прицел от... Прицел. Простой. О, точка. Ни хрена. Ну, хотя точка лучше в такой ситуации. Ладно, проходим. Оп, дашечка. Да их что-то много, ребят. Их реально много. Хватит. Хватит. Это вертеть. Нет, ну не туда, ну не туда, вообще не туда, Миша. Там такие залпы, господи, есть снайперка в этой игре. Да вон они закидывают, закидывают. Да такая грязь. Ну просто грязь. Да ну вас нафиг. Ну, конечно. Ну, нет, нет, да твою мать, ну что ж ты мажешь, ну что ж ты мажешь, ты, господи, надо было убить его. Надо было убить этого... Ну, ладно, хорошо, вот сейчас вообще все, все очень четко. Десяточка, ребята, 10 смертей из 10, из 100. Это такой провал. Может, реально грыдануть дробаш, просто забить на все и... Ой. Понимаете, да, где он засейвился? Ладно, я все помню. Капец. Открыто? Открыто. Ладно, начнем. Открываем. Открываем. Тут же можно было. Где можно? Я же жал. Как так получилось? Я не понял. Так, значит, возвращаемся туда, запрыгиваем туда. 70 хп, ну вон там армор сверху. Кнопку жмем. Здесь секрет сохраняется. А армор-то не сохранился. А я без армора? Я и с армором-то как бы не очень, понимаете? Ну, хотя вот, наверное, стоит просто взять действительно армор. И все. Вот так вот, хотя бы тридцаточку, да? Все секреты сохраняются, все секреты сохраняются. Да, просто, просто можно типа армору взять. Ладно, давай, хил у нас полный. Не только вода, поехали. Блин, такая грязь. Такая просто... Добро просто... пожаловать в Бастианский комплекс Куланга. Ну что оружие, а? Может оружие реально грядануть? Это преданность будущему человечеству.
вас за службу. Мне шквальный огонь больше нравится, но я еще к микрогранате не привык. Ее можно тоже прогрейдить. Ладно, оставляем пока гранату. Алло, открывай. Нет! Ну, конечно, конечно, конечно! Короче, я думаю, надо знакомство заканчивать. Мне нужно переварить это все дело. Потому что я сейчас начну отдаваться. Я не хочу отдаваться, я хочу все хорошо сделать. Подумаю. 11 смертей. Хватит, хватит. Такая, такая классная игра вообще. Ребята, все, простите, я ухожу. 2 с небольшим часа. Но 2 с половиной. Ладно, до последней смерти, до последней. До последней смерти, до последней. Все. Сейчас победим, сейчас пройдем очень далеко. Что ты подстолочку сразу не сделал? Вот что, зачем ты отставил подстолочку? Выбери одну хрень и ее обусь. Привыкни к ней. 70 хп, я просто чемпион. Просто чемпион. Выбрал подстволку, хотя она не прогрейжена. Ну, сейчас попробуем. Попробовал. 2 раза. В рукопашку полез после выстрела дробовиком. Это... Нужно вот... Потому что нужно не это самое, не... Во время битвы ты как бы вообще не думаешь. То есть все, ты просто должен заранее определиться, что ты делаешь. И делать это. Чтобы изначально была какая-то тактика, и ты бы ее придерживался. Только так, все. Только так и никак иначе. Берешь, грейдишь, шквальный огонь. Перезарядка между очередями. Хочу. Очень. Поехали. Переставляй. Хорош. Поехал. Блин, а прицел-то там был лучше. Под дробаш. Там сразу показывалось, как что да как. Да. О, тупим. Маленько тупим. Добро пожаловать в марсианский комплекс. Так, что делаем? Хрен его знает вообще. Вот хрен его знает. Ладно, давай закинь гренку сначала. Опять в аркаду пошел. А почему ты бочки не взорвал, как? Ты же в прошлый раз видел бочку. Видишь бочку? Взрывай, Вась. Что это? Что ты поставил? Что за перезарядки такие? Ты рядом с бочкой. Помни об этом. Ладно, поехали. Один раз живем. Ай-яй-яй-яй-яй! Вообще ад. Там просто ад. Да вы издеваетесь. Я же не подойду. Пистолет, у тебя есть пистолет. Да там просто тут люди через пол карты стреляют. О, хорошо, минус. Так ты снайпер, Михаил. Ты же просто снайпер. Ты убийца. Убийца. Анклав опять проснулся. Кто-нибудь, сделайте что-нибудь.
Зачем грейдил дробаш? Ладно, все будет хорошо, ребят. А, боеприпасы на нуле. А можно вот так вот? Нет, нет, не так! Пушка, пушка, воздушка! А как? Кто? Там со щитом стоит. Ну, конечно, конечно, вот мы вот просто... Ай, встречаешь нового чувака, он тебя убивает. Сколько в Думе новых чуваков? Человек 30, наверное. Вот просто можно все смерти, которые... Как, короче, встретили какого-то упыря. На импах начал только разогреваться. Жарил их. Как мог. Но... 12-я смерть, и на этом все. Ну, надеюсь, вам понравилось. По крайней мере, это не... Pillars of Eternity в 23 частях. Каждая по 6 часов. Я тут просто устаю после 3. Нет, ладно бы не было лимита на смерти. Понимаете? Можно было бы там бежать, умирать. Но ведь... Мне понравилось. Увидимся с вами скоро. До новых встреч. Пока. Так,